Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Сан-105. Всех вас очень благодарю за 2000 подписчиков на канале. Друзья, вы мне самые лучшие. Спасибо за то, что смотрите, поддерживаете меня, остаетесь со мной. Это очень приятно. В подарок вам за это сегодня я расскажу 10 фактов обо мне. Вы узнаете меня как человека слегка лучше. Поехали к видео. Я очень ленивый. Почти всегда, если я что-то и делаю, то в последний момент. Я часто откладываю, и даже это видео я откладывал довольно долго. Мой рост на момент записи видео 107 сантиметров, а вес 50 килограммов, и это вроде как норма. Я отрицательно отношусь к идее множества гендеров, да и к ЛГБТ в целом. Я считаю, что в целом это отклонение от нормы. Чаще всего на каникулах и выходных я очень поздно ложусь, примерно не раньше 2 часов ночи, и встаю не позже 8-9. Я мало сплю, но в принципе вполне высыпаюсь. За всю свою жизнь я один раз сломал кость. В сентябре 2016 года после школы я пошел на кухню попить воды, но споткнулся об свернутый ковер и упал на свою правую руку, сломав ее. Потом кость рассталась около месяца, и я пропустил половину первой четверти второго класса. А также насчет школы. В моем классе у меня крайне низкая репутация, и там у меня практически нет друзей, кроме пары человек. Такая репутация держится у меня еще с начальных классов, когда я был троечником и ненавидел учебу. Сейчас я отличник. Ближе к четвертому классу я полностью исправился, но репутация оставалась низкой. Сейчас я остаюсь хоть немного уважаемым за то, что очень часто помогаю одноклассникам на контрольных и не только. Мне это никак не мешает, так как я придерживаюсь такого мнения. Школа исключительно для получения образования. Друзей же я ищу за пределами своего класса, и сейчас большинство из них у меня в интернете. Там гораздо проще найти интересных людей. Я довольно часто вру, и да, на самом деле я один, мне 40 лет. А теперь правда. На самом деле со своим вранием я стараюсь бороться, но как-то не очень получается. Даже в прошлом видео я соврал о том, что я никогда не рассматривал покупки iPhone. Нет, я правда рассматривал. Но тут скорее проблема в моей памяти. Моя любимая музыкальная группа — это Tears for Fears. Я слушаю их музыку с начала 2021 года. Мне нравятся их песни интересным звучанием и текстами, в которых, в отличие от многих других песен, есть смысл. Даже если это далеко не самая новая группа, я буду слушать ее. Самым первым видео на моем канале было стандартное прохождение игры Z Level Again. Оно было загружено в промежуток между 20 августа и 1 сентября 2020 года. Я снял 3 видео, 2 по первой части и 1 видео по второй части. Позже переключился на Майнкрафт и искал все видео по этой игре. Сейчас они потеряны, к сожалению. Финальный факт. У меня есть СДВГ. Это подтверждено врачами и было обнаружено еще очень давно. Говоря про нынешнее время, у меня сохранились некоторые симптомы, но они проявляются очень редко, поэтому СДВГ не мешает мне жить обычной жизнью. А это были все факты обо мне, надеюсь, вам было интересно и вы узнали что-то новое. А на этом все. Друзья, не забывайте, конечно же, ставить лайки на мой канал, подписываться, комментарии оставлять, также в мой дискорд вступать. С вами был снова Санж. Удачи и до следующего ролика. Пока всем.